в Астрахани, на приходе Михаила Архангельского храма, начался цикл духовно-просветительских бесед о вере, которые проходят каждую среду. Структура беседы такова: молитва, разбор темы, обсуждение, подведение итогов, молитва. Темы бесед разнообразные и интересные. К примеру, такие как «Господь Иисус Христос – Спаситель человечества». «Ожидание Рождества. Почему Христос родился именно 2000 лет назад?» «Детство Спасителя. Зачем Спасителю нужно было крещение?» Беседы о вере на приходе Михаила Архангельского храма города Астрахань проходят каждую среду в 18:30. Улица 1, Северная, 14А. Приглашаются все желающие.